Ну, как скажешь. Летающий бегемот, мокрая курица, вертолет без пропеллера. Эй, Олет, ты ему не ответишь? А? О, умно. А! Готов к взлету? Супер мышцы Геккона! Немедленно прекрати. О, нет. Робот ненавидит воду. А? Кэтбой, мои мотыльки. Хорошо тебе полетать, Ромео. Я пошел. Ура! Ой-ой, нет! Ловлю! Ха, я же сказал, ты отлично летаешь! Хозяин! Я только что помыл лабораторию. Я хотел стать повелителем небес, а не капитаном тонущей лаборатории. Когда-нибудь моя мечта исполнится! Молодец, Олет! Здорово летаешь! Спасибо, Гекко. Главное быть спокойной и делать то, что следует. Даже не верится, что я так злилась. Амая, он ведь разбил твой самолет. Привет. Робот героев! Да. Ты его починил! О, значит, я зря беспокоилась. Какие вы смешные! Что ж, мои мотыльки снова со мной. Похоже, их свечение блекнет. Может, оно длится лишь ночь? В последнее время столько странностей происходит. Счастливо, герои! Герои в масках, вот это ночь! Мы снова все смогли помочь! А? Я был не очень мудрым учителем. До сих пор ты должен подняться на свою внутреннюю гору! Не слышу, я слишком зол! Истинным героям не нужна магия. Они сами все делают. Успокойся. Сделай глубокий вдох. Да! Дыши, Армадилон! Иначе разрушишь весь город! Кэтбой! Армадилон! Дыши, Армадилон! Ты станешь сильнее внутри! Сильнее внутри? Да! Просто попробуй! Пожалуйста! Сильнее внутри! Сейчас! Армадилон! Я присяду и успокоюсь. Я абсолютно расслаблен. Так держать, Армадилон! То есть, отличный самоконтроль, ученик. На мою гору не ходить! Сделай глубокий вдох. Молодец. Мир и покой. Да, так держать, Армадилон. Ха! Ай. Герои в масках, вот эта ночь. Мы снова всем смогли помочь. На корабль и приготовьтесь взлетать, а я здесь разберусь. Мой чудесный мегамагнит! Я не могу поверить! Мой план был идеален! Идеален! Музей надежно закреплен, робот героев. Вернемся в город, пока никто ничего не заметил. И, ребята, я был неправ, что остался на земле.
Это было ошибкой. Я просто думал, что это единственный способ защитить город. Это был трудный выбор, Кэтбой. И потом, мы ведь справились вместе. Ты прав. Мы спасли город и обезвредили мегамагнит. Надеюсь, мы больше не увидим лунный кристалл. Я в этом абсолютно уверен, друг. Мы отлично потрудились. И ты тоже, робот героев. Ты был великолепен. Герои в масках, вот это ночь. Мы снова всем смогли помочь. Мы снова всем смогли помочь. Ха! Это еще не конец, мотылек. А? О, это далеко не конец. Давай выясним. Я подлечу и отберу у нее жезл, а ты используй камуфляж. Отличная идея. Суперкамуфляж Гекона. Они здесь. Супер. Используй новую силу. Покажи, что умеешь. Бежим! Мой помощник поймал героев. Правда, он молодец? Прямо как я. Вот теперь я ими займусь. А сейчас начнется настоящее веселье. Эти шары для вас. Один для тебя, а второй для тебя, чешуйчатый. Ой-ой, и что будет? Позволь продемонстрировать. О нет, мои силы исчезли. И мои тоже. Так, куда положить мои трофеи? Может быть, сюда? Гекко, Олет, вы смогли отключить луч! Потрясающе! Извини, Крысбой, они не могут тебе ответить, так как остались без суперсил. Но я тебя слышу кристально четко. Нет! Один негодник в маске не сможет защитить город от моего мегамагнита. Скоро я смогу красть все, что душа пожелает. Разговор окончен. Прощай. Ребята, как слышите? О, нет! Я остался один и не могу помочь Гекко и Олет. О, Кэтбой, что ты наделал? Подводная петля! На помощь! Да, хвост – полезная вещь. Все кончено, робо-осьминог. С повелителем глубин лучше не шутить. Надеюсь, получилось. Его что-то не видно. Ура! Подождите, хозяин. Я с вами еще поквитаюсь, негодники в масках. Само собой. И спасибо, что оставил то, что украл. Я достану остальное из воды. Да здравствует великий повелитель глубин. О, повелитель бы не справился без своих сухопутных товарищей. Кстати, мне опять нужна помощь. Нет проблем. Мы вернем вещи хозяевам. Начиная вот с этой. Ха! Повелитель глубин к погружению готов. Герои в масках, вот это ночь!
Мы снова всем смогли помочь! Ну вот попалась! Эй, куда она делась? Ура! Осторожно, котик! Робот, отпусти меня! Подожди! Режим. Это секрет. Ну ладно, тогда скажи, каким животным ты хочешь стать. Ты не посмеешь. Нет, умоляю, нет. Я не хочу быть животным. Хватит с меня животных. Вот переключатель. Подожди, надо секунду. Что? Да! Прекрати. Да, да. Эй, Кэтбой! Нет. Кэтбой, лови точку, лови точку. Вот молодец. Не шевелись, Кэтбой. Все хорошо, котик. Я тебя защищу. Ну ладно, хватит уже чесать мне под подбородком. Извини, робот, мне пора. Слушай, робот, спасибо, что так заботился обо мне. Когда-нибудь у тебя будет настоящий питомец. Было бы здорово. Может, хозяин разрешит мне завести котенка. Извини, робот. И да, неплохая попытка, Ромео. Это был идеальный план, а ты из-за своей любви к кошкам его сорвал. Простите, хозяин. Как дела с кораблем, робот-герой? Ты молодец, робот-герой! Полетели домой! Не спеши! Мне начинает нравиться космос! Ладно! Магнит работает. Скорее, догоним этих героев. Мне нужно вернуть лунный кристалл. А? Ой, ну хватит! Они улетают! Быстрее, глупый лунный магнит! Быстрее! Ну и ну! Дом, милый дом! Итак, что будем делать с лунным кристаллом? Робот-герой? Положишь его в хранилище штаба. Там он будет в безопасности. Все хорошо, Гекко? Теперь да. Ты очень храбро вел себя. Сначала было немного страшно, но потом я понял, что рядом с друзьями мне бояться нечего. Самое главное, что мы остановили лунную девочку и спасли жителей. Ха! На этот раз вы победили, герои. Но я еще верну себе лунный кристалл. Увидите! Герои в масках, вот эта ночь! Мы снова всем смогли помочь! Ребята, вы видели вчера полнолуние? О, да! Я заметил в телескоп, что там творились какие-то странные вещи. Не представляешь, какие! И никакой не пират! Ребята, все в порядке? Нет! Кажется, мы попали в беду. Простите, что я все испортил. Нужно было охранять все карнавальные платформы, а не только веселую ящерицу. В этом и есть дух карнавала. Так давайте спасем дух карнавала. Пора стать героем. Но как? Ты прилип к языку ящерицы. Они намазали язык слизью. Но я знаю, что нам делать. Олет, дотянись до кнопки с овиными перьями. Нажми на нее, и ящерица освободит меня. Но Ромео управляет ею и заставит вытащить язык. Сбей антенну с его очков, и он не сможет ничего контролировать. Совиные перья! Эй, ты погнула мою антенну! Я свободен! Нужно уходить отсюда! Нет, сначала я должен позаботиться о тебе, Кэтбой! Супермышцы Геккона!
Теперь заберем все устройства и позаботимся об этих ниндзя-пиратах. Стоять на месте, сухопутные герои! Совиные крылья! Свет? Ты это серьезно? Конечно, я знаю правила. Зеленый иди, а красный стой. Вы попались. Вот так. У меня появились суперполоски. У-ху! Что? Защита Геккона! Я стал непобедимым! Совиные суперперья! Вот это да! Произошло. Тот кристалл дал нам новые силы, Гекко. Они потрясающие. И все это благодаря роботу-герою. Мы еще с вами встретимся, герой в масках. Нет, вернись. Он ушел, Гекко. Прости меня. Ты был самым лучшим роботом-героем в мире. Мы могли бы стать командой! Не отвлекайся! Вы это слышите? Он борется с пультом управления! Робот хочет быть с нами, даже когда Ромео управляет им! Эй, робот-герой! Ну же, робот-герой! Присоединяйся к нам! Пора встать! Он не выполняет приказов! За ним! Да, хозяин. Ты молодец, робот-герой! Не повезло! Нет, я не хочу, чтобы меня контролировали. Уважайте меня. Поехали в штаб, ребята. Я могу хотя бы сбежать отсюда. Если скажете, пожалуйста. Пожалуйста. Я Робетта. Знаю! Я еще доберусь до вас, герой! И до тебя доберусь, мини-бот! Мы еще встретимся! Не сомневаюсь! Робот-герой, теперь ты в команде! Мы снова всем смогли помочь! Стоп! Ты о них говоришь?
Просыпайтесь, скорей! Настало время героев! Гекко, расскажи нам сказочку на ночь. Это наш шанс! Хватай его, робот! Нет! Отпусти! Не дергайся! Эй! Отстань от нас, вот луга! Супер-сола! Ой! Ай! Это все ты виноват! Мой бедный маленький робот! Давай ты игла и вломил! Не сейчас, робот! Я же злодействую! Сейчас же поставь меня на землю! Вы запомнили все суперприемы, которым я вас научил! Мои герои! Супергерои! Я хочу поиграть с этой мафинкой. Нет, не трогай! Плохой робот, плохой робот! Потом расскажу. А сейчас кто вы? Кэтбой? Странный вопрос. Я Олег. Я с вами еще разберусь, герои в масках! Подожди, хозяин. На Ромео. Иди домой, Кэтбой. Иначе я расскажу всем горожанам о твоем драгоценном мистере Мяу. Рассказывай, но если причинишь ему вред, ты мне ответишь. И мне. И мне. О, да? До свидания! Гадкое создание! Останови их, робот! Ну вот, нужно лишь поставить аппарат на реверс. О, Лайнел младший! Леди Шустрикс! О, нет! Но где мистер Мяу? Мистер Мяу! Ну все, команда, мы готовы! К чему они готовы? К большой игре! Для этого мы и тренировались! Мы уничтожим ваш штаб! Заполним его липучкой! О, нет! Они угнали Кэтмобиль! Настало время героев! Кэтбой, используй суперскорость, чтобы задержать Ниндзялина на главной улице, а Гекко побежит к штабу. Это мы отправим в мусорку! Гекко, отбивай липучки с помощью суперсилы! Хорошо! Надеюсь, супермышцы не подведут! А!
словно овцы перед воротами. Если вы не можете их открыть, перебросьте липучку через них. Кэтбой, скорее отбивай! Гекко, активируй камуфляж. Какие же вы неуклюжие! Я сам! Встречайте липучку! Прощайтесь со штабом, злючки! Покажи класс, Гекко! Гекко! Извини, нам следовало тебя послушать. Нет, я был неправ. И теперь Ромео сделает что-нибудь ужасное с нашим штабом. Настало время героев! Куда ты побежал? Выше! Мой могучий ящер, сейчас ты разрушишь их штаб! Штаб сейчас упадет! Я здесь, друг! Извини, Лайонел. Мне следовало тебя поддержать. Но теперь все будет как раньше, обещаю. Помнишь, как мы играли с тобой? Аборт! Нет, ты должен разрушить штаб! Нет! Какой хороший ящер! Эй, поиграем? Давай, суперскорость! Аборт! Ящер, ты должен слушать своего повелителя! Роботы ненавидят воду! Я с вами еще разберусь, герои в масках! Я тебя тоже люблю, Лайонел Вайонел Бу! Мы все тебя любим! Ты уж прости нас! Эй, хочешь вкусный шарик? Герой в масках! Вот эта ночь! Мы Лайонел Вайонел Бу смогли попасть! В этот раз я не отвлекаюсь! Чуть в меня не попал хозяин. Перестань жаловаться и помоги ее поймать! Хоть чуть-чуть быстрее! Не поймаешь, робот? Птички-невелички! Они поймали Олет! Я должен отвлечь Ромео, пока Гекко не обезвредит часы. Но хозяин, я ведь ее поймал. Опять жалуешься? Главное, что нам удалось эту птичку замедлить. Поймай, если сможешь, Ромео. Суперскорость! Хватит меня отвлекать! Я должен город замедлить! Опять ты? В этот раз ты меня не отвлечешь. Кошачий прыжок! Опоздали герои в масках! Теперь я сделаю медленным весь город! О, нет! Начинаем вечеринку! Она будет взрывной! Супермышцы Гекко! Что? Есть! У тебя получилось! Как ты туда попал? Ты все еще медленный! Хоть я и медленный, но поскольку я не отвлекался, я успел попасть сюда вовремя! Если будем действовать вместе, настало время героев! Хм,
ничего. Но с крошечным Кэтбоем было забавней. Эй! Пожалуй, я уменьшу ниндзялина. Перестань! Ты даже не знаешь, куда нажимать! А ты не можешь направлять шланг! Еще как могу! Не можешь! Могу! Ну ладно, хватит! Давайте сюда шланг, злодеи! Вот тебе шланг, пташка! Хватайте их, ниндзялину! А? На помощь! Сейчас мы тебя уменьшим! Совиное зрение? О! Что ты делаешь? Меня что-то щекочет! Есть! У-ху! Я большой! Супермышцы Гекко!